Всем привет, друзья! С вами Пиктанкс, и сегодня я записываю рубрику М0 против М4. Сегодня мы будем с Джойсом. Поздоровайся. Всем, короче, здоров. Мы будем на М3, ну то есть даже на М4. Джойс, смотрите, какой опасный. У него гром фулл М4 почти. 43 шага, вот. Ну а ребята будут на М0. Кстати, вы, наверное, заметили изменения. То есть мы изменили вооружение наше. То есть мы теперь не на вас по смоке, а на хоре громах. А противников теперь не два, а аж четверо. Вообще круто, это, да? Это, короче, под меня все постарались, потому что у меня нету вас. Да, потому что этот пост, ну, вас. Ой, я случайно всех ударил, прикинь. Вот, и у нас еще есть в конфе Андрей, который будет за М0 играть. Да, всем привет. Смотрите, они все М0, ребят. Все М0, вообще эпик. Короче, ой. Да не пей. Посмотрим, кто больше возьмет голдов, интересно все-таки, потому что теперь их будет, то есть реально, в два раза больше противников, это круто. Вот ты как думаешь, кто победит? И они, потому что их больше, они смогут заблокировать какой-то, допустим, там, ну, какую-то местность смогут заблокировать, понимаешь? Ну, кстати, у них есть большой шанс, потому что нам нельзя ДДшку брать, им можно все что угодно брать. Да, вот, так что посмотрим. И у них молоты это опасные штуки. Но, понимаешь, у нас скорость, у нас васпы, а у них... титаны. А у нас даже нету защиты от молот. Ну, да. У меня есть 40%. А мне можно выйти взять? Все, пишем гоу. Гоу, все. Кидаем голд и, в принципе, сейчас будем ловить и... что там? Ну, кто больше возьмет, тот красава. Там интересное в том, что они просто могут не успеть. Ну, так вот именно. Но они могут распределиться по всей карте. Если они заблокируют какой-то там... подъем там или еще что-то, то все, мы же хер возьмем. Кстати, ребят, мы тяжелые, ребят, мы можем выдохнуть. Я вчера видос не залил, потому что у меня, в общем-то, большие перемены, так сказать, там Windows переустановил, там все, короче, переустановил, теперь все будет очень большие перемены в плане того, что там, ну, короче, новая аппаратура, там все дела, и поэтому все будет, качество видосов будет лучше. О, я нашел! А ты че, пост, молчишь? Ай, да, глав! Ты че молчал, поц? Подожди, патроль их. Вот три, они едут. Вообще-то мины тебе не нужно было ставить, Джойс. Да подожди, стой, пусть патрулих. Пац, ты, блин, пац. Патруль, гнида, хотел голд взять. Ох ты, пац. Давай следующий голд кидай. Давай. Ой, я кидаю, блин, забыл. Да ладно. Смотри, Биг Тэнкс богатый. Да. Как и... а я нет. А, пац, где голд? У меня нету голдов. У меня, я даже ни разу не покупал. У меня нет. А, я походу вижу точку. В смысле, ты говорил, мины можно ставить, что ты говоришь? Ну, мины... да не надо, мины нельзя ставить. А, ну окей, говорю. Они же М0, чувак. Они же М0. На клюхе все уничтожают. Го, короче, стой, давай подсадку, стой. Подсадку, стой. Как ты подставай? Давай, ты просто поедешь. Ребят, смотрите, они все выстроились там, а сейчас будет эпик, пока не едь. Едем. Только нитру возьми, пока нет. Давай, поехали. Да поехали. О, изи. Изи. Что-то как-то вообще... ой, я случайно ДДшку взял. Ну, короче, что-то как-то изи. Давай еще один голд проверим. Если что, может, мы сейчас составы немножко поменяем. Потому что... вот я так понимаю, что нужно 10 человек М0, чтобы... против нас играли. Да, чтобы 10 человек М0 были. Потому что вообще, видите, конкуренции никакой нет. Вот, кстати, голд. На том же месте, Андрей. Блин, я как будто с щитами играю. Почти. А, потому что убиваешь их быстро, да? Не, потому что голд вижу. Ну, кстати, возможно, ребят, видос немножечко лагает, чуть-чуть. Вот. Но, надеюсь, не лагает, ну. А чего они нас бьют? А, они нас бьют, точно, смотрите, ребят. Хей. О, смотри, Айсин Чейн ДДшку взял. ДДшку? Ну, то значит, не бей их. Ну все, сейчас они заберут у нас или нет? Нет. А-а-а! Они нас даже толкнуть не могут, смотри, стой, подожди, тихо. Ах ты, поц! Я думал сейчас потроллить, а он забрал этот. Короче, ребят, сейчас мы быстренько поменяем составы, потому что вообще, просто капец полный. Мы даже вдвоем разносим четверых М0. И, ребят, мы продолжаем. Мы сейчас, в общем-то, переоделись. Джойс теперь будет против меня. Кстати, мы с Джойсом с одного клана. Я только что до меня дошло, прикинь, Джойс. Я их клан тащу с двух аккаунтов. Да, ко-ко-ко, так. У меня на одном аккаунте 3.12, на другом 2.18. Прикиньте, я как-то подсвечу. Короче, поц, мы все поняли, что Джойс крутой. Теперь смотрите, мы поделились, теперь у нас в команде есть 2 М0 и я М4. А также у противников тоже 2 М0 и 1 М4, вот джойстик, ну. Ой, я случайно взял ДД, ну, можешь тоже взять потом. Не-не-не. Ну, а, больше... то есть можно ДДшки брать? Ну, уже нельзя. Короче, блин. Так, может, а что ты взял? Да я случайно кнопку нажал, я всегда нажимаю 3 сразу. А, кстати, если голд найдешь, ты можешь мне не говорить. И мины ставить нельзя. Я знаю. А, поц. Я вижу, давай котейка там или кто там. Мы сейчас возьмем.
Мы сейчас с этим чуваком заберем голд. О, он сейчас заберет. Блин. О, ей, поздравляем, все, это чувак с нашей команды, отлично. Так, у нас, короче... вообще-то я был в вашей команде. Я взял тоже два голда. А теперь ты против, я ничего не знаю. Чувак, это значит два голда нашей команде зачисляет. Ну хорошо, давай, значит, счет какой там? 2-2. 2-2. 2-2. Сейчас посмотрим, Джойс, кто победит. А знаешь, что проигравшая команда, ну то есть представители, то есть ты и я, должны будут кукареки, кто проиграет. ДДшку уже не нарь. Ну я ничего, она взялась. Хорошо, хорошо. Понял, Джойс? Так. О, чувак аптеки хавает, ой, красава вообще. Вот респект ему. Респект и уважуха тебе, мой братуха. А! О, да я взял, ты видел как? Ты видел? Вообще-то у тебя как бы ты и так должен по идее взять. Потому что ты как бы поверху ехал. Так, не, я короче понял, штуку припрыгнул. Все, следующий голд у нас летит. Сейчас посмотрим, кто его возьмет. Опа. Опа, гамнам стало. Вижу точку. Оп, оп. Джойс, готов кукарекать? Да. Точно? О, брендит. Да. Блин, да вы задолбали? Вообще-то я не проиграю. Вы задолбали, братья аптеки. Как тебе сучата? Сучата? Ну, сучата. Вот, ребят, и в принципе, если вы хотите, чтобы мы дальше записывали, давайте на этом выпуске навалим 1500 лайков. Я думаю, что мы это легко сделаем, потому что нас много, и все будет довольно-таки легко сделать. Так что ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и будет следующий выпуск. Ух ты, поц. Да что вы делаете? Ух, смотри, на... Ай, себя убил, блин! Ты нуб! Поздравляю. 3-3. Блин, а чего так потно? Я думал, сейчас от джойстика вообще на изи. Чувак, Хори Гром, это я. А, я ну просто... ты же задротишь на нем, понятно. Он утром просыпается на Хори Громе и спать ложится тоже на Хори Громе. Он постоянно на Хори Громе, ребят. Когда играешь в танки? Ну да. Когда играешь в танки. ДД не нарь. Вообще на Вика Громе тоже. ДД не нарь. Вот накинь один им третий. Блин, это нечестно. А ты под точку нашел? Это ты нашел точку и не показываешь ее. Вообще-то я не нашел точку. Ну я тебе понял. А, Джойс, поц. Где точка, блин? Да, на карте. А я тебе не обязан, говорит, ты против меня. О, чувак. О, давай, давай, котейка. Ты сможешь. Оп. О, да ладно, ты, я его перевернул, я гусеница перевернул М0. Просто как будто, он как будто какой-то... 4-3, да? Как муравей какой-то, серьезно, я даже не заметил. Просто гусеница, массой. 4-3. Чувак, я не могу нарадоваться. Ты видел, как это было круто? Ты просто ничего не видел. Ты там кукарекал. Я вообще-то типа... Ты знаешь, что ты сейчас можешь проиграть и будешь кукарекать? Знаю. Я хочу, чтобы Джойс кукарекал. А я нет. Ой, у меня так что-то подлагивает. Возможно, этот видос будет, ребят, немножко подлагивать. Но следующий я обязательно исправлю, и поэтому не волнуйтесь. Да, Биг Тэнк, потеряйся. Угу, потеряйся. Конечно, поц. Это... А где голд? А, он тут. Да, голд летит. Угу, потеряйся. Угу. Ты охреневший. А ты не возьмешь, ты курс? Спорим? Сучка, ну блин! В смысле, я не допрыгнул? Взял противник? Да ладно. 4-4. Я не допрыгнул! Просто вот так вот взял и за корпус зацепился. Ребята, 4-4, Биг Тэнкс, ты уже стареешь. Да я знаю. Да у меня подлагивает чуть-чуть. У меня обычно FPS с той виндой было 60, а тут то 40, то 30 вообще опускается. Капец полный. Все, следующий голд летит. Мне не нравятся точки на той стороне. Какой смысл не брать ДДшки, если они аптеки постоянно берут? Но ты можешь быстрее слить. А у них М0, у них понимаешь. Ой, они, у них мамонты, блин. Вот повернуться не могут. Где точка? Андрей, откуда? Аптеку бери и говорите точку. Я вообще их не вижу. Как будто два не ходца нравится скажешь... эта карта. Карта не нравится? Да, она мне тоже она очень. Бесит, если честно. Мне нравится Монте-Карло. Ну и что? Ой, блин. Слушай, ну бейте их. Макс, давай. Ага, ты смотри, кто сейчас возьмет. Опа, мой союзник. 5-4, сейчас сколько голдов? Последний голд остался. А сейчас, если мы возьмем в несе? Ну, если вы возьмете ничья, а если мы возьмем, то мы победили. Ну, а ты не скинешь? Ты чувствуешь, насколько пот? Не, я больше не скину, уже ноль, все. А как кто будет кукарекать, никто? Или ну, где? Представитель команды ты, то есть ты. Не, если будет ничья. А если ничья, то вместе будем кукарекать.
Да шучу, никто не будет кукарекать. Охуй. Пацан. Ёбните эту пидарас. Дайте ему пиздял. Ты чё, охренел, поц? Берите аптеки, нахер. Я сейчас вас на изи вообще. Смотри, сейчас просто одного вытолкнем. Оп, минус пять, один. Пацаны. Пацаны! Минус два. И Джойс. Изи! Просто изи, Джойс. Ты чё приуныл? Отдохнуть решил? Выйти в битву, мочите этого страна. Да ладно, чё ты, весело да было. Да мочите его нахрен. Нормально же нормально же общались. Так всё, Джойс, да там... Я не тебе говорю это. Мне по новостям передают, что ты проиграл. Коте, как я тебе сейчас там... Коте, вот сучка на титане. Он скилловал вообще-то. Скилловал. А ты, ну, попал минус. Короче, давай кукарекай. Даже титана не достоин кататься. Давай кукарекай, ты проиграл 5 раз, давай. Сколько? 5. Так, бандит, намрось. Давай кукарекай, ты проиграл, давай, Джойс, все. Только чтобы у него нарко кончилось. Ну, Джойс, не спи. Один. Ребят, вы просто понимаете, что это унижение. То есть, Джойс, знаешь, что тебе сейчас в танках унизили чуваки на М0, смотри. Вот, где вот, мои союзники тебя унизили. Нет. Вот Андрей на М0, и вот этот КТ, вот. Нет, он тоже чувак, тащил. Во-первых, они и, титан... и заставили чувака на М4 кукарекать. Унизить. Короче, ребята, на этом мы заканчиваем. Если вам видос понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Пацаны. Всем пока. Чё? Не, да, окей, подписывайтесь, а то он сейчас будет обидеться и дуться 2 дня. Пока, обращайся с моими подсвечниками. Подсвечники Биг Тэнкса. Пока, и на меня подписывайтесь, не будьте пидора. Да, сучка ты. Не, ну кто пидор, я ничего не имею против. Джой, запомнились. Я толерантный человек. Ты, то, что ты, наверное, относишься к ним, да? Ну, учитывая то, что я сейчас кукарекал, то можно сказать, что косвенно да. Окей, учтем. А так у меня... Учтем, ты сейчас пот сам гадишься по Нет.